Выполняем зарядку для укрепления мышц спины. Сначала делаем разминку. Ставим ноги на ширине плеч. Делаем повороты корпусом тела в разные стороны. То в одну, то в другую. Это нужно для того, чтобы размягчить мышцы перед тем, как делать основные упражнения. Опускаем руки вниз и повороты плеча. Сначала назад, потом нужно будет сделать вперед. Желательно повторять повороты до тех пор, как вам комфортно, до 10 раз. Теперь приступаем к следующим. Кладем руки на плечи, приподнимаем ногу в колено. Следующее упражнение выполняется лежа на спине. Делаем поднятие ног в колено до пояса. Затем поворачиваем голову в сторону, ногу поворачиваем в противоположную сторону. Тем самым укрепляются мышцы спины и образуется так называемый корсет. Выполнять желательно до тех пор, пока вы не устали. До 5 раз примерно. После этого поворачиваем корпус спины. Если у вас в этот момент болит спина или идет какой-то воспалительный процесс, делать нужно очень аккуратно, в зависимости от состояния. Поднимаем ноги кверху. На выдохе опускаем, на вдохе поднимаем, на выдохе опускаем. Повторяем до тех пор, пока вы сможете. Старайтесь таз не отрывать от пола. Следующее упражнение. Прижимаем колено в ноге к спине. Делаем как бы подтягивание мышц. Тем самым укрепляется у нас корсет спиной. Ложимся на бок и постепенно поднимаем ногу кверху, вытягивая носочек вперед. Стараемся, чтобы нога была ровной. Тогда вытягиваются мышцы ног и спины. Встаем на колени и делаем выгибание назад, вперед. Голову наклоняем вперед до груди, назад наклоняем по возможности. Следующее упражнение требует полного наклона корпуса вперед. То есть назад выгибаемся, вперед корпус опускаем. Делаем до 5 раз по возможности. Если у вас нет возможности и болит спина или не можете сделать, ничего страшного, делайте столько, сколько вы сможете. Следующее упражнение. Встаем на колени и приподнимаем полностью корпус тела. Таким образом тоже вытягиваются мышцы спины и ног, и у нас образуется корсет. Делаем поднятие корпуса спереди. Если вы не можете полностью подняться, ничего страшного, приподнимите только переднюю часть тела. Кладем руки на шею и как бы делаем рыбку, приподнимая и голову, и немножко ноги. И повторяем то же самое, только уже руки кладем на плечи. Упражнение рыбка улучшает состояние, любое состояние спины. Позвоночник в это время очень хорошо себя чувствует.
Последующее упражнение поднимаем ногу по возможности кверху. Руки держим возле плеч. Стараемся ногу держать прямой. Делаем обычный подгиб ноги к туловищу. Садимся на попу и вытягиваем спину, пытаясь достать пальцами до ступней, до кончиков ступней. Тем самым у нас вытягиваются мышцы спины и укрепляется корсет. Это упражнение желательно делать всем, даже в состоянии, когда у вас болит спина. Позвоночник растягивается и как бы освобождаются защемленные места, и у вас улучшается состояние. Следующее упражнение, которое мы все прекрасно знаем, нужно делать всегда, когда вы просыпаетесь, лежа в постели, делаем велосипед. Всем знакомое упражнение велосипед. Хорошо идет кровообращение, улучшается оттек крови от ног к голове, и человеку становится намного комфортнее. Ну и сделаем небольшие приподнятия ног. Это тоже хорошо улучшает кровообращение и ног, и спины, и общее состояние. Ну все. А на этом наши занятия закончены. Всем пока!